Нурсултан Назарбаев посетил международный морской порт Актау. Так вышло, что рабочая поездка главы государства в Мангистаускую область совпала со знаменательной датой. Сегодня морским воротам Казахстана исполняется 51 год. Президент поздравил рабочих и ознакомился с ходом реализации проекта расширения порта в северном направлении. Уже возведены гидротехнические сооружения, строятся зерновой терминал и объекты инфраструктуры. Общая площадь расширения – 22 гектара, стоимость проекта – 38 миллиардов тенге. Масштабный замысел позволит увеличить пропускную способность порта с 19,5 миллионов тонн. Помимо традиционных экспортных грузов, таких как нефть, зерно, планируется привлечь транзитные грузы из Китая. Строительство даст большой импульс развитию экономики нашей страны и предоставит новые рабочие места. При строительстве задействованы строительные компании различные для строительства гидротехнических сооружений, для самого зернового терминала, для площадок складирования. И в процессе эксплуатации также будет привлечен персонал, местный персонал, который будет обучен и квалифицирован для работы с этими грузами.